посмотрите, какой аппетитный пирожок у меня получился. Чтобы приготовить вкуснейший пирог из лаваша без заморочек, нам потребуется 4 яйца, крупные яйца у меня S0. Большое количество зелени, зелень можно брать по своему усмотрению и вкусу. У меня сегодня укроп и лук, в общей сложности 125 грамм. 250 грамм сыра и 200 грамм лаваша. Также нам потребуются любые по вашему усмотрению специи любимые. Сегодня я возьму 1/2 чайной ложки чеснока, соль и черный перец по вкусу. А также 250 миллилитров молока. Для начала нам необходимо разбить в миску яйца. Берем миску и разбиваем 4 яйца. При помощи венчика взбиваем яйца. Не сильно взбиваем, наша задача просто разбить желтки. Далее к яйцам отправляем 250 мл молока. Продолжаем взбивать, чтобы перемешать продукты. Черный перец по вкусу я отправляю на кончики чайной ложки. 1/2 чайной ложки чеснока. И соль тоже по вкусу я отправляю 1/2 чайной ложки. Хорошо все перемешиваем. Пока яично-молочную смесь убираем в сторону, займемся сыром. Сыр нам необходимо натереть на мелкой терке, вот на такой. Вот такая мелкая стружка у меня получается. Сыр я полностью весь натерла. Возвращаем миску с яйцами и отправляем теперь сыр в наш раствор. И все хорошо опять перемешиваем. Пока убираю в сторону, займемся зеленью. Зелень нам необходимо просто мелко нарезать. Зелень нарезана, и она также отправляется в миску. И хорошо перемешиваем. Все, друзья, дальше венчик уже убираем. Далее берем лаваш, просто его вот так складываем и в произвольном порядке прям ножницами начинаем нарезать. Просто нарежьте лаваш, называется пирог. Лаваш я весь нарезала, а дальше уже при помощи ложки аккуратно все равномерно перемешиваем. Все, друзья, пирог у нас практически готов, можно заливать в форму и выпекать. Пока уберу в сторону, далее беру форму, диаметр которой 18 сантиметров. И беру пергаментную бумагу. Пергаментную бумагу специально сминаю. Бумагу расправляем. И теперь, когда бумага у нас помятая, она легко примет форму нашей формы. Вот так. Таким образом у нас и раствор не утечет, и пирог не прилипнет. Еще раз хорошо перемешиваем раствор и заливаем в нашу форму. Конечно же, не забудьте заранее поставить разогреваться духовку до 200 градусов. Это можно делать уже с момента, как мы начали взбивать яйца. Хорошо при помощи ложки все разравниваем вот так. И отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов примерно на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке, мы должны сверху получить приятно румяный цвет, и чтобы пирог полностью внутри пропекся. Все, убираю пока в духовку, чуть позже скажу, сколько времени мой пирог провел в духовке. Итак, друзья, прошло ровно 40 минут, посмотрите, какой аппетитный пирожок у меня получился. Я ему дам немного остыть, затем разрежу и покажу, как он выглядит в разрезе. Итак, друзья, я уже вытащила пирог на тарелку, разрезала и сейчас покажу, как он выглядит в разрезе. Посмотрите.
Ну а мы с Алексеем приглашаем всех на наш мукбанг-канал пробовать эту вкуснятину. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.